И обо всем по порядку. Праздник весны. В канун 8 марта североказахстанские женщины принимали поздравления от главы региона. Ерик Султанов отметил труд представительниц прекрасной половины, работающих в разных сферах, в том числе и многодетных матерей. Приятным сюрпризом для собравшихся стал концерт, подготовленный лучшими творческими коллективами области. На торжестве в областном русском драмтеатре побывал мой коллега Денис Сивков. На торжественное собрание пришли ветераны труда, многодетные мамы, педагоги, врачи, полицейские, бизнес-леди. Они принимают поздравления от главы региона Ерика Султанова. В современном мире женщины уже давно уверенно шагнули за рамки своей традиционной роли в обществе. Вы доказали, что вам по плечу любое дело, сельское хозяйство, наука и предпринимательство, общественная деятельность и политика, спорт, культура и искусство. Мы восхищены тем, как вам удается одновременно строить карьеру и оставаться нежными, чуткими, понимающими, готовыми в любую минуту выслушать и поддержать. Дорогие женщины, от чистого сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздником. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия. Многодетным мамам глава региона вручил подвески Алтын-Алка и Кумыс-Алка. Бакшагуль Жанабекова из Есильского района воспитала 7 детей. После 11 класса я работала в пекарне 2 года, а сейчас дома с детьми занимаюсь. Нет, самые маленькие двойняшки, 2 сына, 1,5 года. А старшая в колледже учится, 2-й курс. Поздравляю всех женщин Казахстана с этим праздником, желаю счастья, любви. После наградили женщин, которые внесли вклад в развитие региона. Это педагоги, врачи, артисты, депутаты. Кстати, из 215 народных избранников нашей области 53 – представительницы прекрасного пола. Оценили сегодня и вклад тех, кто трудится на предприятиях. Надежда Карташова почти 40 лет работает кладовщиком на АО «ЗИГ-100». Она получила почетную грамоту акима области. После окончания техникума я поступила на завод. Всю жизнь проработала. Работала технологом, ну потом так получилось, пришлось работать кладовщиком. Приятно, что не забыли, оценили труд. Еще один подарок для женщин – большой праздничный концерт. Денис Сивков, Михаил Казначеев, новости МТРК.